Чуть больше полугода назад на шестую школу в дождливую погоду было печально смотреть. Коридоры, актовый зал и спортзал выглядели ветхими, несмотря на все усилия директора и ежегодный косметический ремонт внутри здания. Виной – текущая кровля. Тогда в управлении образования пообещали все исправить к новому учебному году. Обещание с делом наконец-то не разошлось. Теперь за ремонт можно быть спокойным. Самые проблемные места у нас были, конечно, крыша над актовым залом и над спортивным залом. Вот сейчас на улице идет дождь. В такие дни душа плакала. Внутри актового зала с крыши везде капало. Приходила в негодность электропроводка. На сегодняшний день этой проблемы нет. Актовый зал, было обрушение штукатурки вплоть до бетонного перекрытия. Сейчас этих проблем нет, все отремонтировано. Из республиканского бюджета на ремонт кровли был выделен 1 миллион рублей. Освоить деньги и выполнить работы подрядная организация успела за 3 недели, как раз до дождей. К тому же удалось сэкономить 100 тысяч. На эти деньги заменят окна в медкабинете и около актового зала. Параллельно здесь шли работы за счет спонсоров и средств родителей по косметическому ремонту кабинетов, а их в школе 52. Практически в каждом кабинете силами родительской общественности проведен косметический ремонт. Начальная школа в этом году у нас полностью заменили оконные рамы. К сожалению, школе 44 года, и оконные рамы приходят постепенно в изношенное состояние. Вот, поэтому это веление времени. Всего в кабинетах начальной школы заменили 24 окна, поменяли окна в туалетах старшей школы. Но заменить таким образом без государственной поддержки оконные блоки во всем здании не получится. А потому школа снова ждет помощи от республики. Но это будет не раньше следующих летних каникул. А пока шестая школа к этому учебному году готова. Без изъянов стен, подтеков и следов плесени. Наталья Бурова, Дмитрий Кузнецов. Время новостей.